В Ядрине прошел всероссийский турнир по мини-футболу «Весенние ласточки». На призы секретаря регионального исполкома партии «Единая Россия» депутата Госсовета Чувашии Николая Малова. За звание лучших футболистов боролись 7 команд из Приволжского федерального округа. О том, что футбол для самых выносливых спортсменов, здесь знает каждый. Ведь за один матч игроки в среднем пробегают до 11 километров. В физкультурно-оздоровительном комплексе Ядрина собрались юные футболисты. Их возраст 11-12 лет. Требования к ним более чем серьезные. Настрой на турнир у всех один – победа. Команды перед началом соревнований дают оценку своим соперникам. Я считаю, что наш самый сильный соперник – Лыскова. Но у них много техники, много скорости, играют, да, много тактики. Почти все ребята в детстве играют в футбол. Ведь это один из самых любимых видов спорта мальчишек. Кирилл Сафронов из Чебоксар на примере своего отца начал играть в футбол. Он стоит на воротах, лучший вратарь сборной Чувашии. У него есть кубок большой, играю 5 лет и пытаюсь больше технику, все, тактику и удар. А мой настрой на сегодняшний день боевой. Я готов стоять в защите на ноль, никого не пропускать. А пропускать действительно не пришлось. Сборная Чебоксар обыграла шумерлинцев со счетом 5-0. Поддержать юных футболистов приехали родители и гости. Секретарь регионального отделения «Единая Россия» Николай Малов отметил волю юных футболистов к победе и мужской характер. Сегодня в каждом муниципальном районе у нас имеются такие фоки с бассейнами. И, конечно, они не должны пустовать. Именно так то, что сегодня мы видим в этом зале, детский смех, крики, дети балуются, играют. Но и в то же время сейчас на площадке, на футбольном поле мы увидим страсти. Страсти взрослых, страсти искренние и настоящие. Это нужно не только нашим детям, наверное, это нужно нам, это нужно родителям. По итогам турнира «Весенние ласточки» чебоксарцы заняли 3-е место. На втором – команда из города Лысково. А победителями стали гости из города Пенза. Мы в первый раз в Чувашии очень хорошо встретили. Ну и очень хороший фок. Я круглый год играю в футбол, и мне нравится тем, что тут показываешь свой характер и напор. Анастасия Алангина, Расиль Мухаметов, Республика.